Если я вижу другого человека плоско, у меня есть ощущение, что с ним все понятно, и нам-то самим с собой не все понятно. Вот, но мы почему-то иногда, практически всегда, кстати, страдаем иллюзией, что мы понимаем другого человека, его внутренний мир. Я в таких случаях все время спрашиваю, насколько есть ли в этом мире человек, который понимает вас так же хорошо, как вы себя. Ну, если подумать, то, скорее всего, такого человека нету, потому что каждый понимает что-то хорошо про нас, а что-то уже не понимает, так как мы понимаем, так как нам хотелось бы, чтобы нас понимали. И если нету таких людей в нашей жизни, которые бы нас понимали, то очевидно, что и мы такие люди, которые не понимают других людей настолько же хорошо.